Это очень символично, что мы каждый год встречаемся на месте, где зарождается жизнь, и вспоминаем тех, кто боролся за нее и мирное небо. Отмечали на праздничном мероприятии около роддома. Аллея памяти ежегодно становится местом проведения торжественного митинга. По традиции, накануне большого праздника здесь звучат песни военных лет. А еще особенные слова. Все они посвящены главным гостям праздника – ветеранам. Наш русский народ – самый лучший народ в мире. Действительно так. Уважаемые ветераны, вы прошли сквозь огонь, сквозь страхи. Ну, вы преодолели. Вы самые лучшие. И хочу вам пожелать в эти дни здоровья, долгих, счастливых лет жизни. Это еще один год, когда живым свидетелем тех лет можно сказать спасибо. Благодарность во всем – песнях, стихах и торжественных речах. Спасибо вам и низкий поклон за мирное небо над головой, которое дали вы нам и нашим родителям. Митинг, как всегда, завершился красивой традицией. В этом году выпускали «Голубей мира» вместе с ветеранами совсем юные участники мероприятия. Немного времени ушло на подготовку, и голуби взлетели ввысь. А в сердцах, пожалуй, каждого лишь одно, чтобы мирное голубое небо всегда было над нашей головой.